Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Это геотекстиль, так называемый, черный, тонкий. Вот такой вот. Сейчас попробую показать поближе. Даже просвечивается местами. Очень тонкий. Наверное, высокого качества, потому что низкого качества он идет разной толщины, разной плотности. И он окрашен черный цвет. Обычно геотекстиль он такой вот сероватый, самый дешевый материал. Я его собираюсь постирать, потому что вот тут на нем куча пыли с курятника налетела. Он был у меня снаружи как утеплитель, но этого, я считаю, что этого не было недостаточно. Нужно утеплять изнутри таким вот материалом. Это больше ветробарьер, чем должен быть, чем так, как у меня тогда было. Просто загорожено снаружи. Я его собираюсь повесить на сверху. Сделать такую мембрану утепляющую, такой натяжной себе потолок. Ну и чтобы он был не такой черный, наверное, еще добавлю спанбонд белый снизу. Будет все-таки два слоя, не такой тонкий. Вот видно, какой он тонкий, как он просвечивается. Это же еще и солнца нет, это просто на небо. Посмотрим, попробуем. По крайней мере, будет теплее, чем было до этого. Арсений Селезнев, Зверобой. Очередное утепление курятника. Натяжной потолок для кур. Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!